Компрессор нагнетает воздух в резервуар вместимостью 50 литров, захватывая при каждом качении объем воздуха 2 литра. Первоначально давление в резервуаре равно атмосферному. Какое давление установится в резервуаре после 100 качений компрессора? Считайте, что температура воздуха при сжатии не изменяется. Для начала запишем данные. Объем резервуара равен 50 литров. Переведем систему Си в метры кубические. Это 5 на 10 минус 2 метров в кубе. Объем компрессора Дельта В при каждом качании равен 2 литра. Переведем в Си. Это 2 на 10 минус 3 метров в кубе. Начальное давление внутри компрессора равно атмосферному давлению, которое равняется 10 в 5 паскаль. Число качаний N равно 100. Температура остается постоянной. Найти конечное давление внутри резервуара. А конечное неизвестно. Так как температура постоянна, мы можем воспользоваться законом Бойля-Мариотта, что произведение ПВ постоянно. Это уравнение стоит знать. Воспользуемся законом Бойля-Мариотта. Тогда начальное давление внутри резервуара P0 умножить на объем V1 будет равняться конечному давлению внутри резервуара и умножить на объем V2. Рассмотрим объемы V1 и объем V2. Объем V1 будет равняться объему резервуара плюс 100 качений, то есть N умножить на дельта V. Объем V2 будет равен объему V, так как в конечном счете все наши объемы сожмутся в объем резервуара. Подставим наши объемы V1 и V2 в ранее написанное выражение Бойля-Мариотта. Тогда у нас получается P0 умножить на объем V1. Объем V1 это V плюс число качений умножить на дельта V. Все это будет равняться конечному давлению умножить на объем V2. Это просто V. Выразим отсюда конечное давление. Тогда P конечное будет равняться атмосферное давление, умноженное на V, плюс N, умноженное на дельта V. Знаменатель V. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Тогда конечное давление будет равняться. Посчитав, получаем, что P конечное равняется 5 на 10 в 5 паскаль. Переведем в килопаскали. Это 500 килопаскаль. Запишем ответ. Конечное давление внутри резервуара будет равняться 500 килопаскаль. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.